Добрый вечер, дамы и господа, меня зовут Константин, и сегодня я хочу вас познакомить с красным сухим вином, которое называется Люченте 2011 года. Данное вино делают в Италии, если точнее, в регионе Тоскана. Вот известной винной компании Люче Делла Вита. Эту компанию основали очень известные люди Фрискобальди и Мандави. Люченте. Люченте переводится как блестящий, яркий, сияющий, солнечный. То есть, ну, чего мы и ждем от этого вина. Значит, у нас представлено вино из двух сортов винограда. Это Мерло и Сангиовезе. Как я и говорил раньше, что любое красное вино должно подышать. И я уже чувствую эту богатую палитру ароматов, в которой переплетаются спелые ягоды. Возможно, это вишня, я думаю, малина. И все это интересно гармонирует с нотами эвкалипт, возможно, розмарин. И я нашел очень интересную для себя ноту жареного ореха. Ну, давайте попробуем. Во вкусе ощущается европейская элегантность и гармонирует это все с современной Тосканой. Вино отлично подойдет к хорошему стейку, жареному мясу, да и вообще к любым разнообразным закускам. Наслаждайтесь и пейте вино.